космограмму Кита Флинта. Интересненько. Это ж вокалист Prodigy. Да. Так, Кит Флинт, 17 сентября 1969. Дело. Но это позднее дело. Дело, у него, короче, Солнце в соединении с Плутоном, четенькое соединение, вот просто, блядь, 0 в 0. Что уже дает некоторую такую, как бы, поражение Солнца, как бы, то есть, как поражение, ебанутость, я бы сказал, Солнце какое-то, потому что... Солнце. Так, ладно, сейчас я мозги включу, у меня уже отбухла, походу, мозги. Улетели немножко. Так, Солнце в Деве. Управляется Меркурием. Смотрим по цепочке диспозиторов. Меркурий где? В Весах. Ага. Меркурий в Весах. Ретроградный, что ли? Ретроградный Меркурий. Вот, но он, несмотря на то, что ретроградный, это не значит, что он тупой там. О, спасибо. Путь близ солнца, и я иду по грушу. Выбегает знакомая девчонка. Три. Вот три дороги. Выбираю. Я прошел мимо, обернулся. Из этих путей выбегают все мои знакомые девочки, обнимают меня. А я плачу. Так, ладно, спасибо за донат. Мы сейчас смотрим космограмму Кита Флинта. Вот. Ну, то есть, смотрите, это дева, которая управляется Меркурием, управителем девы в Весах, то есть ориентация на красоту у него все-таки есть в наличии, но Солнце находится в соединении с Плутоном, что дает ему какие-то некоторые энергии, скажем так, вот это все, блядь, тягу к эстетике смерти, там, тягу к какому-то вот саморазрушению, возможно, да, и, то есть, и возможно, что тут даже есть какая-то доля какого-то самурайства, какого-то дьявольского, да, то есть он, в общем-то, достаточно скромный такой на уровне самоосознания чувак-то, да, вот, ну, при этом какой-то такой вот тяготеющий к саморазрушению, да. Вот, но при этом у него мощный Юпитер в Весах, который, Весы это в том числе, кстати, вот, искусство, музыка, все-таки Венера, да, ага. Сама по себе Венера у него во Льве, а Меркурий, блин, в Весах, который управляется, вот, Венерой, вот, кстати, вот вам цепочки диспозиторов, я вот объяснил, ага. Понял, что такое цепочка, да, диспозиторов? Я поняла. То есть это, я объясню для аудитории, цепочки диспозиторов, это когда, ну то есть вот Солнце, оно в Деве, да, но оно же, Дева управляется Меркурием, то есть тут надо смотреть, где Меркурий, вот, так же, как у раков надо смотреть, где Луна, ага. Вот. Ага. И тут еще интересно, что у него южный узел в Деве, а северный у него узел в Рыбах, то есть стать творческим человеком, кармическая задача, при этом он тяготеющий к тому, чтобы действовать с размахом, Марс в Стрельце, Луна в Стрельце. Все-таки идея статуса ему не безразлична, идея получить вот статус какой-то, реализоваться, да. И тут еще хороший тригон от Юпитера образуется, да, вот к Луне, по Стрельцу, да. То есть, в принципе, чувак, у него легко поперла вся вот эта экспансия, расширение, потому что секстиль Луна и Юпитер напряжение, никаких у него в наталке, в космограмме нету особо, единственное, ну, какой-то такой очень натянутое напряжение, это не напряжение вообще, нету, у него нету особых напряжений, вот смотрите, тоже вот, сколько вот, все-таки нету у него вот такой вот ебложопных того квадратов каких-то, вот все легко поперло, блять, как говно из жопы просто называется. Вот. Единственное, что у него Лилит в раке иногда слишком эмоциональный какой-то. Вот. Да, чересчур эмоциональный, причем многие же говорят, что он покончил с собой из-за своей жены какой-то. А вот. Еще и Солнце в соединении с Плутоном дает, да, о себе знать, что, то есть, человек, который вот по-любому себе там и ручки порезать, блядь, ага, любитель там, и, блядь, и в хуй там палочку засунуть, я, ну, не мне знаю. Мне кажется, да, вот это соединение, оно может говорить о том, что человек склонен к какому-то саморазрушению, даже к суициду в том числе. Да, да, вот он, блядь, ваш Кит Флинт, короче, ебучий. Вот. При этом не сильно много напряжений в его жизни. Реально, Сатурн, блядь, Тельце, ретроградный, да ему похуй на все, короче. И у него вся жизнь что-то как-то легко как-то
прошла, блядь, в каком-то, походу, наркоманском трипе, блядь, всю жизнь провел. Вот. А Венера у него вот во Льве. То есть мы смотрим по цепочке диспозиторов, то есть через вот этот Меркурий, через занятия как раз музыкой, блядь, передачу информации, там, ну вот музыка, искусство. Вот она, Венера во Льве, и, пожалуйста, вот вам и рецепт успеха, блядь. Вот. То есть вот бывают такие чудо-люди, как, у которых вот просто все прет, блядь, как будто бы само по себе вообще наизм. А бывает, блядь, еблажопный мистер Лизард, у которого, блядь, два того квадрата и две позиции.